соседи, ну, как идут у нас дела? Все хорошо, прекрасная маркиза. Дела идут, и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Так, ерунда. Пустое дело, кобыла ваша околела, а в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Алло, Мартель, ужасный случай. Моя кобыла умерла. Скажите мне, мой верный кучер, как эта смерть произошла? Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, как никогда. Чему скорбеть от глупого сюрприза? Ведь это право ерунда. Что было и что? Пустое дело, она с конюшнею сгорела. В остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Алло, простальники, царазу, какой неслыханный удар. Скажите мне, правду разом, когда в конюшне был жар. Все хорошо, прекрасная маркиза, нехорошие у нас дела. Но вам судьба, как видно, из каприза, и сюрприз преподнесла. Сгорел ваш дом, с конюшней вместе, как будто мало все поместье. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Алло, Лука, скорее у вас замуж, ах, до чего мне тяжело, я вне себя. Скажите прямо, как это все произошло? Узнал ваш муж, прекрасная маркиза, что разорил себя и вас, не внесен он подобного сюрприза, и застрелился в тот же час. Упавший мертвому печи, он опрокинул две свечи, попали свечи на ковер, лишь запылал он, как костер, погод поветренный пыла, ваш замок выгорел дотла, а он не усадил, что спалилась, и конюшню отхватил, конюшня запертой пыла, в ней кобыла умерла, а в остальном прекрасная маркиза, все дорого. Hallo, hallo, u spreekt met sluikerslachter. Wilt u nog vlees, maar clandestien? Strikt onder ons, dan komt geen mens erachter. Natuurlijk kan het geen daglicht zien. Het is niet duur. Een keer op zeven, gewone prijs moet u slechts geven. Hallo, hallo, ik meld het u maar even, want het is juist iets voor u misschien. Het is natuurlijk niet gekeurd, er is een poosje mee geleurd, en daarom lijkt het wat verkleurd, maar heus er is niets mee gebeurd. Hallo, hallo, ik meld het u maar even, want het is juist iets.